Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 345 упражнение. Прочитаем задание. Определите форму глаголов сказуемых, начиная со второго предложения. В текстах какого стиля чаще используется односоставное предложение с такими глаголами сказуемыми? Выпишите предложное словосочетание с зависимыми словами. Итак, давайте выполним. Сила и очарование не в деревьях-гигантах. Сила и очарование не в тишине. Не обращаешь внимания в первые сутки. Не обращаешь внимания на нее. Удивляешься во вторые и в третьи. Переживаешь в четвертые. Не выберешься из чудовища. Взберешься на холм. Глянешь на восток. Глянешь по направлению дороги. Кудрявый от леса. За ним холм. Так без конца. Взглянешь через сутки. Взглянешь с холма. Итак, давайте определим форму глаголов сказуемых. Это изъявительное наклонение, настоящее время, второе лицо, единственное число. И нужно определить, в текстах какого стиля чаще используются такие предложения. Они используются в текстах разговорного стиля. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.